сегодня мы собрались здесь, на этом турнире. Проводим его 4-й раз, но с каждым годом участников все больше и больше. Это говорит о том, что турнир городов не только в области, но и России участвует в нашем. Скидываешь с камеры, то есть ее запускаешь, правильно? Thank you.
Ну, конечно, как ребенка. Там в основном кто маленький вроде бы, маленький хоть убежать. Не, ну больше вес у них совсем разный. Да, ну вес видно, да. И рост вес. Потому что вес это преимущество большое. Проблема может быть вот. За что я надо аккуратно смотреть? Сильно бил ногой он. Но он первый легко просто взял бой, вот и сейчас. А длинные дистанции не используются, а пропускает быстро. Потом раз не приходится, взял-то другого бой. Этот-то совсем другой. Того сломил, а этот тупик. А у него уже два раза выдал в него, да. Уже удара с собой нету. Нет, да. О! Ну что, я ничего не понимаю, еще все равно до голосов. Тот руки опускает длинный, да. Лучший вариант, конечно, болевой. Да. Ну вот то, что он сейчас набил, он побывает. Как бы ему дает преимущество дальнейшего боя. Потому что там нажал. Время.
очкам, по-моему. А что так-то? По очкам, по очкам, да. И двигаться, двигаться, двигаться надо. Глупо себя не сгонять. Подожди, не дать. А мы не видели, что ты попал. Попался.
А только на... Уже пол...